Приехали из магазина, купили вот всего. Здесь творожки, помидорки черри. Так, что у нас тут? Яйца, шоколадки. Так, лаваш. Соль взяли, заполнили вот эти баночки. Орешки, да, тут арахис и кишью, или что-то еще ты брал, да? В общем, тут у нас все заполнилось. Печеньки, сладости. Где, покажи, как я дорогу почувствовал. Угу. Палкой. Вот потом здесь рыбки взяли. Вот эта соль. Я взяла такую, пересыпала, потому что банки есть. Так что тогда тратить деньги? Вот, ну, картошку и взяли, значит, фрукты, и нас надули. Вот мы взяли, ну, такие отборные апельсины. Ой, отборные апельсины вчера были, отборные мандарины. Кстати, все нормально, бананы. А вот эти мандарины нам пробили как апельсины. И апельсины стоят дороже, чем мандарины. Вот не знаю, как она так перепутала, но, может, увидела большие. Ну, в общем, вот так. Так, и вот еще купила такую же досточку вторую, как я хотела. Вот, для того, чтобы вот так я поставила, чтобы туда не плескалось. Потому что вот эту очень трудно отмывать. Сейчас идея пришла. Надо купить еще такие две досочки друг к другу тематики. И тут прилепить. Да, и наклеить. Кстати, можно. А их легко мыть. Они стеклянные, а вот это вот прям жир не отмывается. Вот, в общем, новогодняя у нас тематика такая. Все, у нас сегодня вот гречка с мясом и вчерашние макароны с мясом. Будем сейчас кушать. Сейчас покажу, сколько снега у нас. И Сережа почистил. Вон сколько снега. А вот тут Сережа почистил. У нас нет лопаты. Да, нам нужна лопата. Он почистил ламинатной доской. Вот, и веником. В общем, снег продолжает идти. Вот. Ну, вот так вот Сережа почистил, молодец. Хоть у нас. Так, а, ну еще туалетную бумагу мы купили, всякое такое. Фрукты у нас там лежат все. Котел сейчас работает. А вот стиралка постирала, кстати. Будет развесить. Надо будет развесить. Дома тепло, хорошо. В общем, снег обещают нам постоянно. Кстати, орешки вон какие. Подготовили люди, которые не кишью. Корректоры. Кишью. Всем привет. Смотрите, сегодня утро. Ночью шел снег. И еще красивее сегодня. Особенно красиво, видите, где елочки. Красота. Все спят еще. Маша только занимается. Всем привет. Мы поехали, купили лопаты. В общем, у нас там лопаты лежат. Потом покажем. Две лопаты, чтобы дорожки проделывать. Ну, где вот машина стоит. Вот такая у нас на улице красота. Все в снегу. А дороги чистят. Тут, наверное, чем-то посыпали, потому что обочина вот такая вот резноватенькая.
18-62-18. Ой, будь здоров. Так, вот такие лопаты. Финланд. Сейчас еще одну покажем. Сейчас я даже ее опробую. Вот это вот будет две моих. А Дань дадим. Вот. Дай сюда. Снимаешь? Угу. Тут Даня. Какой Даня? Да конечно, как он будет копать? Дай сюда. Копать не надо. Надо чистить. А куда надо снег? В бок? Туда, да? Так, ну, удобно, да, только надо двумя руками. Ой, кстати, мы вчера гуляли. Тут, оказывается, лиса ходила у нас. Вот везде там следы были. И лиса заходила почти на каждый участок. Мы с Ричем вчера гуляли вечером. И по следам лисы ходили. Так, ну, сейчас вот я чуть-чуть поубираю сразу. Сейчас покажу. Как мы почистили, в общем, мы все-все здесь почистили вот так. Замечательно. А тряпка просто этим. Что-то рабочие протирали тряпкой. Тряпку ты выкинул, нет ее? Нет, вон она. Не та, вон та, нет, та тряпка, вон она лежит маленькая. А почему тут-то пахнет? Да, тут не ее пахнет от этой тряпки, она вся в этом. Нет, вот тут же пахнет. Вот тут дверь открываем. А вот это не пахнет тряпка? Нет. Я думала, рабочие что делали. Вот. Ну, в общем, почистили вот так вот на участочек. Теперь выезжать очень хорошо. Сейчас будем кофе пить. Поработали. Нужно и отдохнуть. Так, вот мой кофе. Буду пить сейчас. Потом буду готовить. Я на картошку с печенкой. Сейчас были в магазине в Пятерочке. Вот я купила такие елочки. Поставлю их куда-нибудь. Будет очень красиво. Праздничное настроение. Еще купила салатники. Вот. Покажу. Такие вот салатнички. И украшения. Еще одну на елку. Бусы. А еще и вот такую вот тарелку покажу. Красивая, Дань, смотри. Что? Тарелка. Да, прозрачная? Они. Нет, вот, видишь, ну, какая. Ну, ты что, она прозрачная? А вот эти просто салатнички, видишь, какие? Там два салатника. Понятно. Открой. Открыть сейчас. Такие вот два салатника. Это для оливки положить. Что такое? Вот грибочки. Очень хорошо. Вот тут нет таких маленьких совсем. Вот. Папа пылесосит. Мы убираемся в доме. Даня пошел гулять. Снег выпал. Хочется ему погулять. Что-то ходит там. Телефон снимает. Снег, наверное, снимает на телефон. Он машет на качели. Следы оставляет на машинных качелях. Ух, хулиганит, хулиганит. А у нас еще очень скользкие ступеньки. Сейчас надо пойти их и посыпать солью будет. Мама сыпет ступеньку солью. Лед у нас тут, мы почистили, а тут лед. Да, лед. Слышь, как оно шипит? Да, слышно, наверное, тоже. Знаешь, как трещит, Сереж? А ты на нижнюю тоже сделала? Угу. Я сыплю, он трещит. Все, расставите. Хватит, хватит. Самое главное, вот тут где ходишь. Ну туда, тут вообще все льда. Да, это тоже такой. Крупную соль лучше сыпать. Да, да, да. Где бы ее взять? Всем привет! У нас день воскресенья.
падает снег. В общем, погода все такая же снежная, прохладная. Вот, смотрите, как красиво я елочку поставила на окно. Мне очень нравится вот так вот она здесь стоит. Красота. А вторую на стол поставила. Вот. Едем мы в Москву. Но не все, Маша дома останется. Вторая елочка вон там на столе. Едем мы в Москву. Нам надо забрать теплые вещи. И там Данины учебники, в общем, тетради Маши. В общем, кое-что взять. Так что пока воскресенье, уроков нету, съездим туда обратно. Так, Ричик не понимает, что происходит. Ричик, ты с Машей дома. Дома остаешься с Машей. Да. А я сейчас такой довольный. А, сейчас я не то, что на ковре полежу. На диване. Да, сейчас на кровать запрыгну. Да, Маша спит. Привет. Все, нормально. Пошли. Так. Так, ты взял этот бабушкин удлинитель? Да, вот этот. Хорошо. Какими ключами мы ее закроем здесь? Ну, такая у нас погода. Люк заснимем. Погода? Да ничего, не погода. Да, Сереже не нравится снег. Все, погода в Сочи сейчас. А, кстати, в Сочи, если снег идет, там вообще, наверное, вот такой вот прямо. Липкий, мокрый. Отвезите меня на Бали. Ну да, если бы на Гавайи поехать, вам солнышко. Жарко, купаться. Так, Маша сказала вообще, что мы можем не приезжать. И нормально. Можете не приезжать. Я говорю, мы уезжаем. Она говорит, да понятно, понятно. Можно не приезжать. Но она сказала, что это шутка. Я, походу, вот такая. Сейчас подрыхну еще 5 часов. О! Елочки какие. Если так будут сыпать, с крупой с лопатой походить чистить до дорогу. Ну, мы купили 2 лопаты. Что-то всю дорогу лопаты чистить. Вечером начал очень чистить, только утру закончил. Одеваешься, что ли? Что-то смотришь? В общем, мы уже едем из дома обратно домой. Вот Москва такая. Побыли, я там ничего не снимала, в общем, кошка там поигралась чуть-чуть с нами. Кошку мы забирать не стали. Вот время у нас 9:30. Забрали учебники, все забрали, что нам нужно. Теплые вещи. И едем. Сюда ехали, пробки были. Ну, а сейчас, я думаю, нормально, да, будет? В обратную сторону. Может быть. Ну, я на это рассчитываю. Так что так, сегодня ничего не снимали. В принципе, погода тут в Москве такая же. Тоже снег вон лег на обочинах, лежит. В общем, ничего нового.